Моряки Северного морского флота приступили к масштабным учениям, ради которых и прибыли в Дудинку еще на прошлой неделе. Главная цель группировки – отработка действий десантников в условиях, максимально приближенных к боевым. На побережье военные отрабатывают высадку на пересеченной местности, а возле Норильска – действия по охране важного промышленного объекта. Кроме кораблей, в маневрах участвуют пехота, вертолеты и специальная автотехника. Посетители Красноярского зоопарка смогут наблюдать за белыми медведями через смотровые окна. Сейчас их монтируют в толще стен будущих вольеров. Через иллюминаторы можно смотреть, как животные резвятся в бассейне. Новый дом для белых медведей станет частью экспозиции «Полярный мир». Сейчас здесь завершаются земляные и бетонные работы. Всего смонтируют 30 смотровых панелей, 22 над водой и 8 под. Завершатся все работы не раньше следующего года. На улице Копылова автомобиль марки «Ягуар» протаранил автобус МАЗ. ДТП попало в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как дорогое импортное авто пытается повернуть направо, но не замечает маршрутку и врезается в нее. В аварии никто не пострадал. При этом в социальных сетях в комментариях под записью многие шутили о том, что по стоимости машины автобус различается не сильно. Легковушка всего на пару миллионов дешевле. Православные сегодня отмечают Преображение Господня или Яблочный Спас. Праздник посвящен событиям на горе Фавор. По преданию, там ученики Христа увидели исходящий от него божественный свет. Преображение отмечается в разгар Успенского поста, такого же строгого, как и Великий, без употребления мяса, молока и рыбы. В народной традиции этот день совпадает со сбором урожая фруктов, в частности, яблок, которые как раз начинают массово поспевать.